Пион древовидный. Расцвел 30 апреля. Засуха, морозоустойчив. Поливать раз в месяц. Можно два раза в месяц по ведру воды. Когда жара, начинать поливать раз в неделю по ведру воды. Но между поливами земля должна быть сухой. Примерно как роза, режим полива. Пересадку очень плохо переносят. После пересадки болеют несколько лет. Подкормка. Ранней весной полное удобрение. Нитромофоска. Перед самым цветением можно подкормить фосфор, калий. Это хорошо. Азота не переносит, если много его. Лучше не досыпать. Раз в сезон можно подсыпать стакан золы. Вот еще один чудесный древовидный розовый пион. Так, размножение черенками. Июнь-июль, после как отцветет. И взрослые кусты можно делить 6-7 лет делением куста. Вот, чудесный аромат. Чудесный. Цветочки раскрываются и получаются вот такие. Вот такие чудесные цветочки. На солнышке раскрываются. Цветочки. Обрезка генеральная идет ранней весной до первой почки. Вернее, ранней весной. Все.